Внимание, мошенничество. Карагандинка стала жертвой черного риэлтора. 7 лет назад Агайша Капашева через знакомых купила квартиру. Спустя некоторое время объявились законные владельцы и попросили женщину освободить жилплощадь. В квартирном вопросе разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. В 2006 году мать четырех детей Агайша Капашева хотела недорого купить квартиру через знакомую, на тот момент работающую городским риэлтором. Риэлтор Венера Кашкеева сообщила об этом своему другому знакомому, Сергею Жаркову. Долго не думая, Сергей продал квартиру, расположенную на Востоке 2, 12 дом, 61 квартира. Спустя некоторое время появились законы, и хозяева, рассказывает пострадавшая Агайша Капашева. В той квартире, которую мы купили, жили люди. Риэлторы сказали, что если мы купим ее, они выселят их оттуда. При этом те жильцы проживали там более 10 лет, и за коммунальные услуги они ни разу не платили. Мы все долги погасили сами. Что нам делать, я не знаю. Еще выход из положения Агайша решила подать в суд, так как во время следственных мероприятий не нашлось ни одного причастного к делу, его пришлось прекратить. А суд Казбекбийского района признал законным принятое решение. Сотрудники внутренних дел, в свою очередь, говорят, что если подать заново заявление в следственный отдел, то можно добиться правоты. Платила 1 миллион тенге и составили договор. Непонятно, каким образом нотариус заверил его. Теперь она осталась без квартиры и без денег. Суд вынес решение в пользу законного хозяина. В то время, когда злоумышленники ходят на свободе, Агайша Капашева скитается по съемным квартирам, а сотрудники правоохранительных органов хотят оказать помощь пострадавшим. Если она снова придет к нам и подаст заявление, то правосудия все-таки можно добиться. На этот раз мы будем следить за следствием. Мы будем искать виновных. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габбасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.